Всем привет! Это Пряниковая из Вены, и сегодня у меня маленькие скетчи. Пишите в комментариях под этим видео, подписывайтесь на мой канал и не пропустите следующие выпуски. Германии я уехала на год в Украину, и мои знания немецкого языка немножко
понизились, да, то есть я, когда ты находишься не в языковой среде, и у тебя нет опыта, нет практики, ты забываешь язык. Я стала посещать разные тренинги, курсы, искала их онлайн, хотя тогда, 10 лет назад, было это очень сложно найти. Я знаю, что и сейчас тоже найти очень сложно хорошего преподавателя или школу. Поэтому я хотела бы вам сегодня порекомендовать одну из лучших школ, которая называется Skyeng. Я думаю, что вы слышали уже о ней. Эта школа специализируется на английском языке, и так как у них только один язык, они в этом просто спецы. Также вы можете найти и позаниматься с учителями на английском языке в любое время. И, конечно же, немаловажно, что у них отличная интерактивная площадка, которая адаптируется под любой смартфон. Обязательно переходи по ссылке под моим видео и получи вводный урок бесплатно. Если у вас есть идеи для следующих скетчей, пишите мне вот здесь вот в комментариях. Не забудьте подписаться на мой канал, а также на мой инстаграм. В инстаграме мои трудовые будни. Ваша Пряникова. Так, в тиндер профиле было написано, что ты скромная. В каком смысле скромная, чувак? Я вас перепутал.